Всем привет, ребят. Был сегодня в городе, сейчас уже 16:00 или 16:00, я не знаю. В общем, солнышко уже собирается заходить. Купил, как я говорил, сухого молока этим свинюшкам. Вон ведро намешал, оно размешивается 80-градусной водой, то есть горячей. А потом нужно дать ей остыть, чтобы... Ну, чтобы можно было напоить хоть то телят, хоть свинок. У меня будут они, ну, у меня будут пить сухое молоко свинки, так что пусть остывает. И купил вот извести пушонки. Как вы можете обратить внимание на вот этот, на мой сарай, на загончики, в которых сидят свиньи. Всех свинок видно хорошо, у них все светло, а вот загончик Глории и Джессики, он самый мрачный, то есть в нем никогда не видно свинок. И я сам это обратил внимание на это, потому что хватит ржать, потому что когда я записываю ролик, то Глорию и Джессику почти не видно. И это все из-за того, что стены стали грязные, и доски стали грязные, то есть загончик, в общем, стал достаточно мрачный, мне это не нравится, и, в общем, я буду сейчас его белить. Моя макловица старая, вот она уже вот так исчесалась, купил новенькую, но что-то подумал, что взял такие же, они оказались немножко поменьше. Ну и что, ну, в общем, я взял две штуки новеньких, сейчас буду работать вот такими новенькими. Известь у меня... гашеная, то есть есть не гашеная. Ну, я заказывал гашеную. А ну, известь. В общем, не написано, что она гашеная. Ну, в общем, купил я гашеную известь. Утки, не ржите. Сейчас как-то интересно упаковано. В пакете еще один пакет. Непонятненько. Ну, два килограмма мне хватит. Вот эту уже буду выбрасывать, потому что она по стенкам очень-очень плотно белит. Вот так. Водички сейчас добавлю. И нужно чем-то размешать. И размешать нечем. Держак от сломанной лопаты. Ой. Ну, я думаю, пойдет. Пойду сейчас переобуюсь сапоги. А вы пока посмотрите. 3 секунды. Ха-ха-ха, как смешно. Слонька, как твои дела? Нормально? Ну вот так, в общем, можно идти белить. Вы меня спрашивали по поводу клубники. И на стриме спрашивали, в общем, полита. Клубника, не переживайте. Все будет нормально. Вот, смотрите, какой он самый-самый темный загончик. Да, ребятки, я думаю, что здесь пора побелить, как бы вас зафиксировать так, чтобы и вы смогли на это посмотреть. Возьму вот этот, вот эту доску. Я думаю, что вам будет видно хорошо. Вот так, если поставить, будет отлично. Не лезь. Не лезь, Джесс. Все, я иду к вам. Иду к вам. Сейчас будете облизывать стены, мои хорошие.
Да, на три. О, как хорошо. Новенькой. Нет, ведро нельзя. Нельзя в ведро. Вот, не лезь. И вот так доски все сейчас уберу. И все. Девки. Не лезь в ведро. Нет, это не пойло. Это не молочко. Похоже, но нет. Ну. Ну, ну вот куда, куда? Не облизывай стены, не надо. Пушонка у нас стоит 15 гривен за 2 килограмма. То есть вообще дешево. Можно велить хоть через день. Только вот это время, что занимает. А так... Ну, не переворачивай мне ведро. Девки, аккуратненько. Вот. Вот как хорошо получается. Сделал прям густую. Густой раствор, чтобы белее было, потому что если сделать жиденько, оно такое будет не очень. А так просто фантастика. Вообще здесь было побелено только в то время, когда они сюда запускались. Видно вам, ребят? Вот так. Все сейчас пробелим. И дверку, и сразу станет светлее. Не облизывайте стены. Как удобно работать новенькой кистью. Все облизали. Не лезь. Отлично. Ну не облизывай, ну не надо. Джесс, Глория, переставай, фу. Кухню сейчас вам побелю тут все. Но сейчас будьте красотки все белые к вечеру, да? Дорогушечки. Thank you.
О, как красиво, да? Какой домик стал белоснежный за 5 минуток, да? Девчата. А то у вас прям как в этой, в компьютерных играх. Этот персонаж у вас еще не открыт, его не видно. Такое мутненькое. Силуэт и все. Вот так и здесь, да? Девки. Ну, не надо, брось ведро. Брось. Во. Вот так, все. Все, что тут вы послизывали? Все, бля, ушла вся. Ну, красота. Но! Да перестань же грызть ведро! Так, толстуха! Об стену боком! Вот так! Все! Все, какая красота, глянь. Какая красота у вас, девки. Перестаньте облизывать все. Все, ребят. А ну, самому интересно. В общем, еще сейчас стены подсохнут и будет вообще красиво. Опилки, конечно, они переработали в темный цвет за секунду, но ничего страшного. В общем, у них сухо, и теперь будет светло. Я сейчас еще побелю как минимум в двух загончиках, потому что у меня не сильно много времени. Мы сейчас сегодня едем на Андреевку к брату, так что немножко свободного времени у меня пока есть. Ну, а сколько, я не знаю. Ну, все, остальные побельные загончики вы уже будете видеть в следующих роликах. Ну, а пока всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.